Два наезда со смертельным исходом, и в обоих случаях нарушители скрылись. Правда, долго скрываться им не пришлось, они уже задержаны полицейскими. Одно из ДТП произошло в Кумтаркалинском районе ночью 13 января. Водитель ВАЗ-2106 сбил мужчину на проселочной дороге, после чего, не оказав ему помощи, уехал с места происшествия. Аналогичное ДТП там же, в Кумтаркалинском районе, произошло в конце прошлого года. Водитель «Волги» сбил человека насмерть и скрылся, но был пойман. Теперь оба подозреваемых находятся под следствием. Им грозит до 7 лет лишения свободы. И о ситуации на дорогах в общем. Если в новогодние праздники количество ДТП снизилось, то уже в будни аварий и наездов на пешеходов стало в разы больше. Так, за прошедшую неделю, отмечают в ГИБДД, произошло 21 ДТП. Жертвами стали 6 человек, травмы получили более 30. Около половины аварий – это наезды на людей. Если заснеженная дорога, значит, мы понимаем опасность и необходимость соблюдения мер безопасности. Если благоприятные условия, значит, мы уже не обращаем ни на что внимания, ни на пешеходов, ни на встречный транспорт, превышаем установленную скорость. Поэтому мы свои действия и поступки должны соизмерять и с погодными условиями, и с дорожными условиями, и в целом с обстановкой, которая складывается, при этом обеспечивая не только личную, но и коллективную безопасность.